Офигеть. Охренеть, это где? Не знаю, в лесу где-то. Свалка? Нет, свалка вроде здесь. Свалка? Ну, да, вот свалка же, вот. Да, ага. Вот он, да. А это далеко где-то? Это ХБ где-то там. Дым все больше и больше, и мы все ближе и ближе. Офигеть. До этого был какой дым, а сейчас еще больше. Офигеть. Видео идет, если 120 минут. Еще будет. Ну ладно, пока. Ну ладно, подъедем. Короче, опять огонь. Ну не опять, а снова. И вот. Сейчас. Горит торфяник, как обычно. Охренеть, вот кто-то его реально поджег. И зачем? Просто портить место, где ты живешь. Правильно, Вова. Все испортит. Блоги без обогалиста. Вот две камеры снимают. Не опять основу. Куда-нибудь там можно прямо приехать? Нет. А вон уже пожар. Вот. Мам, я вижу прям. Там все горит. Офигеть. Там даже. Офигеть. Там даже деревья еле видно. Видим. Вот деревья, еле видно. Выйди, засними там все. Ага. Вон там уже огонь видно. Откуда он прям идет? А в общем, да, иди вон тот. Офигеть! Офигеть! Сейчас. Там уже прям леса горят. Вот небо, вот видите, какое. А вот еще серое какое. Небо голубое в кавычках. Ну ладно, я пойду. В кавычках. Там прям куча. Там прям куча этих. А там видно прям огонь было, нет? Да. Мам, я вижу красный прям огонь сам. Да, сам огонь. Давай потом с другой стороны. Офигеть. Вот попасть вот в этот. Еще дальше проехали, вот что там за. В эту яму из огня. Это ну то же самое, в ад попасть ее. Ты горишь направо, уйдешь. Офигеть, все горит. Коров! Коров надо заснять. Главные герои этого видео. Песок. Вот. А тут что? Сгоревшие деревья. А, это палки. Чу. А, я думал, это куча сгоревших деревьев. Такие белые без листвы. А это просто забор. Мам, прикинь людям, которые тут живут недалеко, страшно, наверное. Конечно, ветер в любой момент может подняться. Да. А вон, смотри, вот даже вот до этой поляны дошел, вот просто поляна. Офигеть! Очень огромный. Подожди, огонь. Данил, может здесь надо было проехать? Нет, я не поеду. Мам, всего? Очень огромный это огонь. Дорога. Ну потихонечку. Там тоже. Давай. Вот дальше-то нам уже смысла нету ехать. Вот видите, вот мы уже. Вон пожарка стоит. Но. Там даже дети бегают, офигеть, они что вообще гонят, что ли? Тоже смотрят. Давай, да, ну пропустим газельку, да? Пап, а тебе эта газель в самый раз. Мне? Угу. А мне не кажется, мы проход заслоняем, а не помогаем. Стой, Данил, пусть он проедет. Все, стой. Да что я один у вас снимаю? Тоже главный зритель и герой. Ой, что это такое зритель и герой? Тут тебе все в куче. Близко не подходим, понятно? Могу только я подходить. Что у тебя так работает? Бывает такое, да?
Это был шаг, зайти спущу. О, окошко даже разбилось. Офигеть. Ладно, оно давно уже разбито. Она так и не разбита. Специально Данила, да? А что это? Палка огромная. Мам, что это? Да это, как она, тренировка. А, из-за тренировки? А, поцарапали ее? Офигеть. Ого, мам, я увидел там прям куча дыма. Еще и скоро. Ну, это всяк случай, да, да, да. Ну и что? Да, чтобы потом выехали, если что. Они просто сидят, смотрят, чтобы на деревню не зашел пожар. Да, 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 да. Че? Офигеть. Офигеть. Пойду я дальше прыгну. Он прям двигается. Как живая лиса. Давайте спросить что-нибудь. Это какие прогнозы? Ай. Прогнозы с погодой? Возьми интервью. Но что они чувствуют в этот момент? Данька, выключи. Они, наверное, об этом огне и думают. Это у тебя глушак так? Я вообще не знаю, что это. Нормально же все. На холосте так работает. Иногда. Когда, знаешь, уже долго катаюсь. И так на холосте. Ты все видео снимаешь, да? Ага. Все подряд. Башкой стукнулся. Пипец, в этой спецовке наверное вообще упарились. Ага. Чё-то, блин. Ладно, короче, пока. Даня, у тебя грязный пол. Кто оператор? Ты оператор. Огонь какой-то желтый, дым. Блин. Там, ой, чё это? А, я думала, у меня всё залагало. Желтый огонь какой-то. Дым желтый. Ага. И уже пожарная. С открытой дверью. Смотрит на красивый вид. О, ну-ка смотри. Вон отсюда какой-то всего. Угу. Ты даже наверх не смотришь. Ого. О! Чтоб сейчас. Так, оп, оп, оп. Чё-то золотое немного уже. Или это на камере не желтое ничего? Сейчас. А, да, это на камере чуть не желтое. Кто это? А, это царапина у Дани. Какие-то три дырки. А я думаю, кто это? А, во, видно желтое. Офигеть. Офигеть. Ничего себе. Офигеть! Офигеть! Вот это да. Бери. У мамы в очках тут огонь так видно, да? Ага. Привет. Привет. Крутые очки. Привет. Спасибо. Пожалуйста. Чё смотришь? Чё зыришь? Реально, чё жиришь? Чё? Надо это видео потом склеить. Где отсюда? Да? Склеить? Склеить, склеить. Ну-ка. Чё смотришь, а? Чё здесь с лицом? Всё нормально с лицом. Отдай! Мой телефон! Отвернись. Давай мой телефон твой, отвернись. А твой телефон мой. Отвернулся. Всё, пока. Да, Даня! Mm. Чё зыришь? Реально. Где папа? Пошёл душить. Душить. Душить всех. Где папа? Реально, где он? Душить пошёл? Так, мам, я забыл... Я забыл, из чего жёлтый... Дым. Азотистые вещества. Есть они, да, в торфянике? Не написано где, четко. Мам,
Это, а что это за вещества такие? Ну, азот, газ такой. По-другому есть. А, типа какой-то ядерный или что? Это какой-то не ядерный. А какой? У меня тут ешка. Ей это плохо? Это отвратительно. Что же есть? А ты что? Не урони телефон в окно. Угоню. Только что мимо главных героев этого фильма, можно сказать, фильма, проезжали. Это коровы. Знакомьтесь, это коровы. Только что были. А там... Кто там? Кто там? Кто это? Блин, из-за того, что я тащусь, ничего не видно. Там люди стоят.